Сегодня вместо приветов из дома мы покажем приветы из приюта. Дорогие друзья, усаживайтесь поудобнее. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца. Уверена, вы к концу просто обалдеете от проделанной работы. Только Валентина со своим упорством может такое творить. Город бездомных преображается на глазах. Что, мои красивые? Ребята, невозможно ходить, конечно. Болото, везде болото. Что, мои красивые? Мамины старички, мамины. Мамин старичок красивый. Старичушка мой. Да. Это глина. Потому что очень большие ямы. Надо разровнять и поднять немножко. Смотрите, как дорога просела. Жуть просто. Очень сильно просела дорога. Ребят, привезли машину глины. У нас здесь огромная низина, и все туда течет. Поэтому сейчас мы разровняем, сделаем площадку, эту бытовку переставим к забору. Потому что у нас здесь все, свалка просто. Поэтому пришлось взять две машины глины, две машины и трактор. Это необходимо сделать, чтобы у нас не было здесь болота. Вот, видите? Вот такая низина, вот такие ямы, вода, болото. Вот это мы сейчас вот... Вот такое мы сейчас закрываем. Осталось немножко. И хоть с одной проблемой, ребята, мы тогда разберемся. Ребят, мы сделали хорошую отсыпку в самой низине. Просто замечательную. И теперь вот здесь болото, которое у нас было... Вот, видите, это мы все глиной высыпали. Разравниваем сейчас. Вон еще одна машина, осталось разровнять. Еще одну кучу. И вот туда еще две машины привезти. И, ребята, мы подняли. И здесь у нас уже воды не будет. И тонуть мы не будем. На следующий год здесь сетку натяну, и пусть щенки плавают. Здесь сделаю щенятник. Для малышей. Да. Вот смотрите, какое болото, по которому вообще нельзя пройти. И вот как сейчас становится чисто, слава богу, уже хотя бы можно ходить спокойно, не утонуть в болоте. Смогли, ребята, эту сторону, по крайней мере, уже засыпали, а здесь, к сожалению, сегодня только начали. Сделали один вольер, убрали болото. Разница есть? Ничего. У нас, ребята, кончился гравий. Все, гравия у нас на завтра нет. Тогда собаки чистые и не мокрые, и можно разносить еще раз. Thank you.
ребята, все у нас будет хорошо. Так, вот еще. Да, мои маленькие. А здесь еще нет, ребята. Самую большую лужу засыпали, а остальные ждем гравий. Нам привезли, ребята, гравий. Гравий привезли нам, но очень крупный. Он подойдет только на проходы. Тише, ребят. Вот это крупный. Нам нужна двадцатка, а нам привезли сороковой. Он не подходит. Он будет ранить лапы собакам. Поэтому этот гравий пойдет на проходы, чтобы здесь немножко выровнять. Тоже пригодится. Но я считаю, что в нашем положении этот гравий роскошь. Нам нужен мелкий для вольеров. А этот, к сожалению, крупный. Тише, мои хорошие. Ребят, показываю разницу. Сами видите. Или вот такое болото от дождя, от снега. Тихо, солнышко. Или вот так чисто. Ну вот. Ну что, ребята, мы середину начинаем отсыпать. Вернее, уже не начинаем, а много сделали. Вольеры сухие, отсыпка хорошая. По крайней мере, грязь и лужи ушли. Проход еще плохие, но главное вольеры. Здесь тоже сделали. И здесь. Там ремонтируют крышу. Эту будем смотреть завтра. Мне не нравится крыша. Мухаммед! Вот эту тоже завтра посмотри! Завтра утром! Под ногами бог знает что. Да, мои хорошие ребят. Засыпаем ямы. Чтобы никаких луж у собак грязи не было. Толстым слоем. Так, ребята, еще один отсек сделали. И так потихонечку дальше. Разносим корм. Да, мои хорошие. Здесь отсыпали все. Тише, тише, ребята. Здесь отсыпано. Проход, конечно, ужасный, но мы много сделали, ребята. По крайней мере, сухие, да, сухие. Сейчас кормим чапи. Закупили первые 5 тонн. Что, мои красивые? Да ты мой золотой. Thank you.
Так, ребята, разравниваем края. Хорошо. Туда. Мухаммед, туда. Отвози. Так. Будни, ребята, убираем, разравниваем. Приводим в порядок территорию понемножку. Привезли еще машину сена. Разгрузили. И сюда, и туда, и в другие места разнесли. Сейчас привезем клеенку, чтобы накрыть. Так, разровняли здесь место, чтобы хоть немножко получше стало. А то грязь везде невозможно. Все разровняем. Так. Сейчас. Мы не можем сено разнести, пока вот такая грязь. Как только отсыпем все, чтобы болота не было, чтобы собаки ходили по гравию, и, по крайней мере, будет сухо. И все здесь потихонечку приводить в порядок. Ребята, у нас просто не хватает рук. Главное, ребята, вольеры, чтобы ушли все лужи, вся грязь. Ребята, нам очень-очень нужен гравий. Гравий, ребята. Проходы будем отсыпать потом. Сейчас именно вольеры. Надо еще ту сторону. Ребята, так на сердце хорошо, когда собаки бегают, луж нету. Вот здесь позасыпали. И просто на душе хорошо. Реально хорошо на душе. Да, солнышко мое. Засыпали, разровняли. Чудо просто. Здесь под ногами, конечно, ужас. Но ставила бытовку. Забрала. Потому что нам зимой надо, чтобы трактор мог по кругу проехать и снег прочистить. Бытовку отсюда убрали. Так что теперь надо две стены сделать. О, Господи. А бытовочки переставили вон туда, видите? Разровняла. Что? Сейчас покормлю. Так, нам привезли опилки. Опилки. Так, уезжает машина, которая привезла нам 4 куба доски. Танечка, огромное спасибо. Чек сейчас сфотографирую. Так, сделали заборчик для наших. Да, красивых. Что, мои красивые, а? Мои золотые. Наши сельхозживотные. Прямо, как белый человек. Ничего не запачкала сегодня. Ну что, ребята. Наши отравленные ребята выздоравливают потихоньку. Здесь те, кому стало совсем уже. Можно отсаживать их в вольеры. Кто поправился? Все. Красивые, чистенькие. Это тех, кого мы большинство отпаивали обратом, молоком. Им стало полегче, они поправляются. Этот вольер будем рассаживать в самое ближайшее время. Ребята, у нас проблема. Когда собаки заболели, отравились, мы их всех посадили в одно место. А на их места
мы рассадили подросший молодняк. Кто у нас сидел по 8? И вот теперь пришло время рассаживать этих. А у нас нет места. У нас нет места. Нам необходимо срочно строить вольеры. На пиар. Мои хорошие собаки, мои сладкие. Ну, кто еще не встает? Ты, да, еще прихрамываешь, рыжик? Тихо, тихо, тихо. Телефон не надо мне есть. Не ешьте мой телефон. Все, мои хорошие. Все. Дайте я зайду к вам. Дайте, пойдем посмотрим. Тепло, сухо, хорошо. Ой, вы дети золотые, чтобы вы все уже были здоровы скорее бы. Скорее бы, чтобы были здоровенькие. Вот черненько еще. Неважно. Видно, что неважно себя чувствует. Малышечка. Малышечка, а ну-ка, покажись. Иди сюда, крошка. И там за углом еще кто-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, какая красота там за углом сидит. Ну, ты здоровый мальчик. Ты мальчик. Здоровенький. А, иди сюда, мой хороший. Иди сюда, моя собачка красивая какая. Все красивые, все хорошие. Все будете здоровы. Так, смотрим, кто же здесь. Кто здесь выздоравливающий. Боже, какая красота сидит в углу. Вы посмотрите, какой мальчик красивый. Видно, молоденький. Вы перепуганные немножко, детки. Но вы выздоровеете. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, мои сладкие. Родные собаки такие хорошие. Ой, такие зайцы хорошие. Все хорошие, да. Все хорошие, все хотят домой, хотят, чтобы была своя лежаночка. Миска, ой-ой-ой, куда телефон мой утащили? Все хотят, да, вот ты бородатенький. И девочка кто это? Бородатая кто, девочка? Ой, ты боже мой. Мы показали вам, какая была проделана огромная работа, а это большие физические и материальные вложения. И мы обращаемся к вам за помощью. Корм теперь стоит в 2 раза дороже, чем мы платили, но он более лучшего качества, более калорийный.
И с вашей поддержкой мы надеемся, что мы справимся со всеми трудностями. Спасибо, что вы с нами.